Kamera fährt, weißt du, so schön geklebt in der Zeit. Oh ja, mit blauem Himmel. Ходим обычно пешком с Ники вокруг. Здесь у многих людей есть дачи и много лошадей своих спортивных. Это вот наш район, где мы живем. Ёлки и палки. Там лошадки. Денег, которые не надо. Красиво. Сегодня фильм «Один зон», «Веста», «Таганг». Вот тут живет и работает наш домашний дядь. Прямо у нас за углом. А мы здесь сейчас выворачиваем. Одна улица, а это наша. Новые дома тут построили. Вот такие дома здесь красивые. Ну, нормально, есть старые, есть новые. А вон там наш дом. О, вон там. Золотая осень начинается. Здесь мы паркуемся. Нужно во дворе. Мы с тухи пакан. Йо-йо. И считай, где я цаус. Из машины. Канцта мазельст. Закрывает мне окно. Вот такой наш райончик тут. Елочки, палочки. Таунус. Горы там вдали. Это соседи. И это соседи. С этими я уже на ты. Они нашего возраста примерно. Двое детей. Он работает в аэропорту. Каким-то начальником по охране. А здесь напротив у нас психиатр. Мы с ним так. Здрасте, до свидания. И там за нами дом рядом, там семья Эрнст, мы с ними тоже в хороших отношениях, ну на вы. А это наш домик номер 3, вон гостиные квартиранты окно открыли, им все тепло.
Да, сегодня 7 октября, у нас где-то 15-18 градусов. Франк, wie viel Grad haben wir heute? Schätzungsweise 12 bis 13 Grad. Да. 12-13, Франк говорит. Вот так вот живем. Тут эти соседи. У них там есть маленький такой фонтанчик. У меня еще вон розы цветут. Розы. А здесь мои хризантемы. Они, может, еще раз цветут, а может, уже нет. Вот. Зато вот цветут целое лето на маленьком окошке. Вот и все. А тут уже мы дома.